рад всех видеть на моих либерастических вестей недели. Давайте приступим к семи самым главным событиям уходящей недели. Итак, первое событие. Российские военные выведены из сирийского Африна из-за турецкой военной операции. Помните, да, что Путин сказал в декабре прошлого года на авиабазах Минин: «Мы, российские войска, вы победили вместе со мной, и поэтому вы летите домой праздновать Новый год». И что же сейчас читаю в «Коммерсанте» в январе 2018 года? Российские военные выведены из сирийского Африна. Алло, Владимир Владимирович, раз вы уж всех вывели, какого же они рожна там делают? Ну, наверное, чтобы Эрдоган вновь мочканул курдов. А что, нам их не жалко? Почему бы и не мочкануть их, если советское правительство хотело, ну, хоть как-то сохранить этот народ, пусть и без государства и автономии, то мы, так называемыми духовными скрепами, 500 раз перекрестившись, удираем, чтобы Эрдоган провел геноцид. А что? Вот такие вот у нас духовные скрепы. Наш народ Курдистана не жалко вообще. Ведь мы настолько духовные, что можем драпать так, чтобы пятки сверкали. Вот мы чтим победные традиции наших ветеранов, да, и выходим там на парад 9 мая и вспоминаем, кто освобождал там не только свою страну, но и народы Европы от сжигания их в печать. А на народ Курдистана, как я уже говорил, нам насрать, абсолютно насрать. Вот много и отчасти справедливо критикует политику СССР в Восточной Европе. Но в Турции внешняя политика Советского Союза была правильная. Надо было поддержать курдов ровно потому, что они нам не враги. В отличие от государства, с которым у нас в истории было больше всех войн. 5. Это, конечно, с Турцией. Ну, правда, тогда Турция по-другому чуток называлась. И в других территориях была. Но, тем не менее, факт есть факт. А Эрдоган хорош. Назвал операцию «Оливковая ветвь». Ветвь «Мир» — это значит «война». А война — это значит мир. Прав был Орвел. Курды живут очень плохо и бедно. Эрдоган их загнал в подполье, в гетто. И именно их, я считаю, надо поддерживать во имя мира и во имя справедливости. Короче говоря, я за то, чтобы организовать либо независимое государство Курдистан, противовес Турции, либо автономию курдов в Сирии. А еще меня добивает то, что Путин обиделся на курдов из-за того, что курдов поддерживает США и разрешил, ну, во всяком случае, не стал препятствовать, разрешил военную операцию против них. Ну, это вот как Сталин бы разрешил уничтожать бы чукчев Гитлеру. Вот примерно в таком же стиле. А что? Их же не жалко, правильно, правильно. Они из оружия от Соединенных Штатов получают. Ну почему бы их не мочкануть? Это думают в Кремле. А то, что это там один из древнейших народов, у которых нет своего государства, да вам пофигу вообще, нам пофигу. Нам лишь бы эти цитрусы там из Анкары поставляли. Вот и все. Воскресенье. Хотя курды просили у нас оружие еще до всяких поставок из Соединенных Штатов, а мы им не дали ничего и ни хрена. Мы их кинули. Это печально. Воскресенье. В США прошли женские марши против Дональда Трампа в Вашингтоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Чикаго. Еще в 250 городах США состоялись акции протеста под названием «Женский марш». Участники
мероприятия критиковали президента США Дональда Трампа за его политику, которая, по их мнению, направлена против женщин. Трамп не остался в долгу и ответил бабьему бунту следующее. Прекрасная погода на всей территории США. И это идеальный день, чтобы выйти на марш с безработицей в Штатах, которая ниже среднего, всего 4% от ВВП. Ответил он, ну понятно где, где же я и сейчас нахожусь. И Трамп, конечно же, прав. У этих униженных не возникает в голове одна простая мысль. Раз уж Трамп люто ненавидит женщин, тогда почему он вырастил двоих очаровательных девушек? Иванку, она на слуху у всех просто. И еще вторая у него дочка, не знаю, то ли, по-моему, от третьего, то ли от второго брака, Тиффани Трамп. Ну, то есть, он вырастил двух прекрасных дочурок, и он против женщины. Трамп против женщин, это как пчелы против меда. И даже вот когда я зачитывал его твит с прекрасной погодой у меня в городе, тоже вот сейчас выглянуло солнышко. Так что, почему бы не сходить на марш, да? Ну, и жена... блюстители женских прав не ответит мне на вопрос, почему тогда за него проголосовало на 40, на 77 больше выборщиков, чем за такую прогрессивную, скажем так, Хиллари Клинтон. Ответ ровно потому, что Клинтон сухарь, читайте по губам. Сухарь. Я не против памяти, я не против девушек в политике. И я сам выходил когда-то, лично сам выходил, я помню это прекрасно. Поддерживать, когда еще в школе учился, поддерживать Юлию Тимошенко. Я на каждом заборе, помните, когда ее арестовал Янукович за газовый контакт с Россией? Я на каждом соборе писал «Юлю на свободу! Юлю в президенты!» Вот те времена были. Да, еще до войны в Донбассе и до революции. Но Хиллари, это, я считаю, недостойный кандидат в президенты США. А вообще весь феминизм... пошел с нас, с России, на, помним, мы прекрасно, да, женщина у станка, женщина в бою, и не в качестве медсестер, а в качестве снайпера. Ну, помните, вот, да, в фильме «Битва за Севастополь», он ведь основан на реальных событиях, там, женщина-снайпер, вот, пожалуйста, все с нас началось-то, это самый феминизм. Эх, я по-хорошему завидую США, там круглый год, лето, а снег, если есть, только на Рождество, и только в Нью-Йорке, ну, в этот год не относится, наверное, там в Нью-Йорке полная задница сейчас с этим снегом, но тем не менее, и, ну, еще и в столице, да, а воздух там намного чище нашего, ну, потому что, видно, есть экологическая полиция, но это я отвлекся, видите, как Трамп корректен с оппозицией, да, пишет им в Твиттер, какая хорошая погода, чтобы выйти на митинг против меня, а у нас стоило только Собчак объявить о своем выдвижении в президенты, как тут же посыпалось голоса, что топить ее надо на крещение в той же проруби, в которую она и окунулась. У них прогресс, а у нас регресс, средневековье, президент в прорубь и чиновники в прорубь, как будто нет других забот. Разве что Путин через костер не прыгнул на Ивана Купала. Кстати говоря, вот посоветую, да, вот еще на Ивана Купала, он ведь в прорубь окунулся, почему бы ему на Ивана Купала через костер вместе с Песковым не прыгнуть? А что? Прекрасно тоже, прекрасный будет пиар. В Госдуму внесли законопроект, приравнивающий незарегистрированные браки к официальным.
По данным Минтруда, 2016 год стал самым минимальным по количеству зарегистрированных браков. Наши граждане не считают, что в паспорте необходимым условием для создания семьи, в результате чего многие пары в РФ с точки зрения закона становятся в уязвимое положение, заявляет автор инициативы сенатор Антон Беляев. По его мнению, брачного договора вполне достаточно, чтобы для решения юридических проблем. У меня нет тут четкой и однозначной позиции по данному вопросу. Ведь мы все хорошо понимаем, что такое брачный договор, когда мелким шрифтом можно прописать все, что угодно. Брачный договор подделать проще, чем печать в паспорте. С другой стороны, стоять по полгода в очереди, чтобы твой брак был был зарегистрирован, а еще выслуживать нотации работников ЗАГСа, если что-то не так пойдет, тоже понравится не каждому. Люди, которые не регистрируют свой брак, как правило, не верят государству, что оно его защитит или его семью. Есть еще и сугубо психологический аспект. Печать в паспорте или кольцо на пальце рассматривается как никак знак верности своей второй половине, а как хомут, как у Толкина кольцо всевластия, снять которое можно только у рукавой горы. Ну, наверное, то есть в суде. На мой взгляд, должна быть чуть-чуть другая система ЗАГСа в Российской Федерации. Не тупорылый официоз, а чтобы если проблемы в семье какие-то возникали, прежде чем разводиться, вот идете в ЗАГС, и там выясняют, почему вы хотите разводиться, ну, на добровольных, естественно, основах. Там, в чем причина, может чем-нибудь помочь. Вот это человеческий подход к людям. Работники ЗАГСа не должны приходить в семью и говорить: ага, значит, ты это самое не работаешь, вот, смотри, твоя жена не член Единой России, да, то ух, тебе позор, тебе позор. Тут должны быть работать грамотные психологи, специалисты по отношениям, безусловно, так называемый, я осмелюсь это сказать, путинизм с человеческим лицом. Есть и четвертый аспект данной проблемы. Сейчас в ЗАГСах во время бракосочетания запрещено снимать видео, ну, только если платно, да, понятно, бросать овес и пшено под ноги брачующимся, вальс Мендельсона. Ну, по крайней мере, я видел это по России-24, не буду утверждать наверняка. Но если это так, то это, конечно, плохо, ведь это же нарушает наши же традиции. Наша власть лишает, да, наших традиций. И поэтому многие, ну, естественно, отказываются зарегистрировать свой брак в ЗАГСе. Хотя, конечно, тут западная модель, когда священник регистрирует брак. Ну, или в некоторых регионах России имам. Тоже можно как-то продумать, хотя у нас исторически венчание после брака зарегистрированного в ЗАГСе идет. Ну, наверное, это объясняется тем, что, ну, кинуть государство. Можно там государству, можно сказать, да я с ней жить не буду. А перед Господом Богом, ну, как-то уже, что ли, ответственность несоизмеримо выше, чем перед государством. Хотя, не знаю, может быть, пишите в комментариях, кто сначала венчался, а потом зарегистрировался в ЗАГСе. Может, такие люди есть. Вторник. Промышленность отправляют на перерыв. ФСБ останавливает предприятия в регионах для проведения матча чемпионата мира по футболу 2018 года. В распоряжении все того ложа Коммерсанта, сегодня нас просто пробило на данное издание, было получено, нет, не подумайте, это не реклама, просто так совпало, было получено письмо от кого надо, что называется, о том, что надо закрыть все
производство, опасное все, опасное производство на месяц. ФСБшники рассылают письма не только тем юридическим лицам, которые находятся непосредственно в городах-организаторах чемпионата мира, но и в областных предприятиях. Вот почему-то ФБР не пишет письма в Apple или Microsoft с требованиями закрыть их на время финала Кубка Стэнли, например. Предприятия высокотехнологические с нулевым выбросом вредных веществ в атмосферу у них там. Поэтому и ФБР с этой дебильностью не занимаются. А у нас стоят трубы и дымят. Особенно в Челябинске, да. Стоят трубы и дымят, и дымят, и дымят. О, свежий, как сказать, это не свежий воздух. Свежий, не свежий воздух, да. И простой предприятий может быть очень дорого обойдется для российской экономики. Месяц простое, это если за день, ну, предприятие, ну, примерно, ну, допустим, 15 тонн, ну, не знаю, какого-нибудь калия вырабатывает за день, а это месяц простое. Это же страшное дело. Вот пройдет чемпионат мира, и кто-нибудь пойдет на матч, ну, допустим, олимпийцы из Нижнего Новгорода и Мордовия. Нет. А все почему? А ведь там строятся шикарные стадионы. Но для чего клубы не выступают в высшей лиге? Что города именуются премьер... лигой. А что касается заводов, ну я тут чуть перескочил, ну, немножко на другой ракурс. То есть вы вдумайтесь, ФСБ, когда не проводится у нас матч чемпионата мира, эти предприятия, ну, считают, ну да, опасно, но пусть работает. На жителей нам насрать, которые там в микрорайонах, там, в прилегающих территориях вредных предприятий, нам насрать. Предприятие работает, все хорошо. А когда приедут иностранцы, ну, нужно, знаете, даже чтобы воздух был наисвежайшим, наикристаллическим, чистый. Поэтому надо эти предприятия закрыть. А то, что ФСБ не считал их опасным до чемпионата мира, ну, эй, ну, ребят, ну вы там дохаете там. Вот, кстати, да, насрать. Они работают, они приносят деньги в казну, те самые предприятия с УВ, как мы учили, с вредными веществами. То и пофиг. Но тут ведь приедут иностранцы. Они должны узнать, что экология, например, на Урале, она хорошая. У трубы, ну, если дымят, то это хорошо. Пустить пыль, короче говоря, в глаза иностранцам. А теперь про сам футбол, значит. Ну, вот, например, матч Олимпиец, Нижний Новгород, Мордовия, третий дивизион. Ну, кто? Кто на него пойдет? А ведь у нас стоят шикарные стадионы. А на эти матчи, ну, пойдут. Конечно, местные болельщики пойдут. Но их будет человек 500, ну, 1000, хорошо. А там ведь стадионы же... 35-45 тысяч, куда девать? Какие-нибудь устроить концерт, чтобы какие-нибудь знаменитости там что-нибудь спели, но они не поедут на Урал, ровно потому, что есть вот эти самые предприятия с вредными выбросами веществ. Просто потому, что там глотут местного свежего, в кавычках, воздуха, и сразу же уедут обратно в свою Америку. Если вообще приедут, конечно. Да и даже если с экологией будет все нормально, но кто, ну, концерт возможно лишь летом там, а в минус 25, ну кто поедет-то? Есть и другой аспект данной проблемы, что вот людей, работающих на этих самых предприятиях, которые ФСБ хочет закрыть, куда девать-то? Куда девать на месяц? То есть они уходят в неотплачиваемые отпуска. Ну, естественно, будет митинг. Я вот думаю, все-таки оплатят.
оплатит, ну, потому что это, ну, гарантированный, не то что скандал, а митинг протеста. Ну, оно надо ФСБ? Я думаю, нет. Ну, сами подумайте, рабочие, которые там месяц простаивают, им месяц не выплачивается зарплата, при том, что начисляется как и коммунальные счета, да, так и другие, то есть, ну, говоря, счета, налоги там, за бензин надо платить, ну, в общем. А они месяц вынуждены не по своей воле проводить в отпуске. Ну, как это так? Вот я, кстати говоря, все думаю, неужели вот наша власть поступит так, как они поступили в свое время в 1980 году, да, когда всех неугодных, всех несогласных вышли. Ну, короче, выселили за МКАД, когда была Олимпиада в Москве. А сейчас, видно, всех несогласных вышлет за Урал. Ну, да, не знаю, ФСБ, наверное, насчет экономики не думала. Хотя тут тоже парадокс, конечно, в данной новости, что ФСБ не считала их опасными предприятиями все это время. А тут спохватились чекисты. Экологии в плюс, безусловно, а экономики в минус. Среда. Чайку попросили проверить смерть Сталина и предупредить Мединского. Наверное, самая горячая тема этой недели. Генерального прокурора попросили проверить смерть Сталина и предупредить Мединского об необходимости принятия мер по недопустимости нарушений закона об экстремизме в случае выдачи прокатного удостоверения. Самое удивительное в том, как наша власть объясняет запрет проката в Российской Федерации фильма «Смерть Сталина». То, что Сталина в нашей стране любит огромное количество населения. Ну, как будто не было 20-го съезда и разоблачения культа личности. Но я вас хочу перевести штуку в другую плоскость, связанную со скандалом самого фильма «Смерть Сталина». Сказал так, что сейчас как будто на дворе 56-й год. Кинотеатры сейчас в мире убыточное производство. Люди смотрят дома фильмы абсолютно бесплатно по всем торрентам и прочим кинго-го клубам. Не собирают полные залы даже блокбастеры уровня «Звездных войн» и «Мстителей». Значит, что нужно? Правильно. Устроить скандал по принципу «не бывает плохого пиара». Никто бы не пошел, да, на эту гребаную Матильду, если бы не Наталья Поклонская. И на смерть Сталина никто бы не обратил внимания. А зачем? Сейчас любой школьник может снимать даже кино на мобильный телефон, не то что уж смотреть, скачать его. И поэтому кинотеатры в убытке, и надо устроить бучу, скандал, чтобы народ пошел в кино. А как надо устроить скандал? Правильно, запретить фильм, а потом разрешить его, ну, не везде, а так, ну, точечно. Ну, в одном кинотеатре в городе, например. Не во всех, там, не в 100, не в 150, а в одном кинотеатре в городе. В городе и то в определенный день недели. Ну, тогда народ валом повалит, просто валом. И при том заметьте, что даже будут не то что валом, даже будут переплачивать за билет. Естественно, это же запрещенный фильм. Надо же посмотреть, что там такого запрещенного. И при том заметить, что объектами скандала и цензуры становятся, ну, не самые хорошие с точки зрения художественной части фильмы. Рейтинг Кинопоиска, у которых от силы 3 балла. 3 балла, Карл! А закрытый показ, устроенный в Минкульте смерти Сталина, думаете, это для того, чтобы запретить фильм? Хе-хе-хе. Но Мединский и так может запретить любой фильм без всякого закрытого показа. Зачем же этот закрытый показ устраивать? Затем, что членам Единой России и другим депутатам пропутинской элиты тоже охотно поржать над нашим прошлым.
Но вот незадача. Есть установка Цуркова, главного по идеологии в Кремле, что у нас самое прекрасное прошлое, а будущее такое вообще зашибись. А 20 век вообще рассвет России по Суркову в мировой истории. И поэтому нужен закрытый показ, потому что они же, депутаты, сенаторы, не могут же в открытую ходить на западные кинокартины, да еще о нашей истории. Потому что, ну какой ты патриот, когда любишь Голливуд? Никакой ты не патриот, правильно, правильно. И поэтому нужен закрытый показ, чтобы втихаря собраться, потом выйти к журналистам и сказать, какой плохой фильм. Меня тошнит от того, что я посмотрел. Но надо еще раз посмотреть, а то народ неистово стоит. Помните, когда Высоцкого какие-то гадости говорили, но его по песне слушали даже страшно подумать в КГБ. Про ЦК партии я вообще молчу. Но стоит отметить, что есть реальная опасность, действительно, введение, собственно говоря, реальной цензуры в Российской Федерации. Реальная цензура – это не тогда, когда сначала запрещают фильм, а потом разрешают, или его запрещают только в кинотеатрах, а в интернете он есть. А реальная цензура – это когда создается какой-либо комитет по нравственности, и он решает, нравственен ли тот или иной фильм, то или иное произведение, или же нет. И депутат Елена Дропенко, которая снималась в фильме «Азорь здесь тихий», да, в той самой сцене в бане, уже объявила о создании такого комитета по нравственности. Она сама и делала этой самой нравственности. Еще раз, она снималась в том самом фильме, где девчата показали голыми на весь Советский Союз, моющимся в бане. Так что не удивлюсь, что скоро могут и «Мстителей» запретить в Российской Федерации, потому что главный злодей фильма «Войны бесконечности» Танос собирает камни бесконечности, чтобы захватить Вселенную. А что тут такого, спросите вы? Ну как же, ну как же, камни бесконечности, это же ведь 15 бывших республик СССР, а собирает их кто? Ну понятно же кто, Владимир Владимирович вместе. И это крамола, потому что тут злодей Танос. Вот по такой причине могут и действительно хорошие фильмы запрещать. Комитет по нравственности. Там, конечно же, будут сидеть самые-самые честные люди, которые самые были безнравственные именно что. Вообще нравственность в политике, это как, я не знаю, это как... Как честность в КГБ, но в том плане, что как честность в разведке, ну, в плане то, что там разведчикам уже положено врать, да, чтобы их не рассекретили. Четверг. МОК пояснил, что флаг России не запрещено приносить на трибуны Олимпийских игр 2018 года. Уже хорошо. Я вот прекрасно представляю, что было бы, если бы МОК запретил наш флаг. Многие бы поехали с флагом СССР, некоторые с имперским штандартом, а остальные тряхнули бы пыль с доспехов и поехали бы в Корею со Спасом. Помните, да, лик Господа на бордовом фоне, с которым ходили наши предки брать Казань, там против Тевтонского ордена ходили, против половцев и так далее. Государство в России многократно менялось. Менялось и знамена этого самого государства. Мне лично нравится флаг первого торгового корабля на Руси «Орел». Это синий крест, и рядом с ним красные и белые прямоугольники. И в этих условиях запрещать флаг, когда у нас полно флагов, которые обозначают наше государство, бесполезно. Ибо как раз у нас их много на вкус и цвет. Коктейли «Дюшес». Многих сильных, но честных от допинга спортсменов не допускают до Олимпийских игр в Пьончхане. Но зимняя Олимпиада, вы знаете, такая вещь. Можно все проиграть, абсолютно все. Биатлон можно проиграть, шорт-трек. Но вот если ты выиграешь хоккей, мужской хоккейный турнир,
что даже если ты все остальное проиграешь, ты выиграешь Олимпиаду. Так вот и устроен современный спорт, даже без учета НХЛовцев. Даже без учета НХЛовцев, все равно, да, зимние Олимпиады, хоккей на первом месте. Все-таки на летних играх такого нет. Но там футбол представлен студентиками, и как-то всем пофиг на футбольные олимпийские турниры. А тут ситуация наоборот. Тут ситуация наоборот. Надо, конечно же, побеждать. По двум причинам. Во-первых, у руля сборной ты опытный и грамотный специалист Олег Знарок, который люлей может давать кому угодно, даже и прославившимся знаменитым Овечкиным с Ковальчуками. А вторая причина – это то, что в 1992 году, когда СССР развалился, а Российской Федерации еще не было, хоккеисты выступали тоже под олимпийским флагом и выиграли. И вот сейчас они тоже будут выступать под олимпийским флагом. Надо, я считаю, этот постучу по дереву, соблюсти традицию, и если уж выступать нашим хоккеистам под олимпийским флагом, то выиграть золото Олимпийских игр. Тут вот пришла весть, что тоже сильнейших хоккеистов Белова, Береглазова, Науменкова, Нечушкина и Плотникова отстраняют. Но все равно я уверен, что Олег Знарок дойдет достойную им за победу из россыпи молодых талантов, которые бы не поехали на Олимпийских игр, если бы не этот скандал. Пусть Олег Знарок поищет там высшей хоккейной лиги людей, пусть поищет в российской хоккейной лиге, это сейчас ВХЛБ, пусть даже не стесняется искать людей для сборной не среди профессионалов. Что делать? Что делать? На кону престиж страны, а тут такой скандал с мочой. Тут, хотя я читал в советском спорте, что те спортсмены, которые на Олимпийские игры от нас будут допущены, все равно вот любой анонимный донос в электронную, ну, то есть любое анонимное письмо в МОК на них с просьбой проверить, и уже их отстраняют от соревнований. Это плохо, это никуда не годится, но я все-таки надеюсь именно на наших хоккеистов, ну, потому что у биатлонистов вот уже эстафету они уже не могут там создать, потому что уже там всех отстранили. А без 5 человек в хоккей все-таки сыграть можно. И я надеюсь, сыграют так, как надо. И нет вот это вот Зинтула Белединова. Я не знаю, что там происходит в Татарстане. Что Зинтула Белединов, что этот Курбан Бердыев, любители обороны. Я вот лично предпочитаю атаку, что в хоккее, что в футболе. И пусть так и будут. И пусть мчатся вперед. Пусть, да, будут что-то там 5-4, там, пусть проиграют некоторые матчи, то, что. Но пусть наконец-таки реализуется бразильская философия, что вы забьете сколько сможете, а мы забьем столько, сколько захотим. Так, тут не видно. Еще есть одна новость, но я не сохранил ее в вестях. Ну, значит, тогда на главную перейдем. Так, как же я так ее не сохранил-то для вас? Ну, сейчас. Вот она будет, сейчас появится. Да, я ее не сохранил почему-то. В Кремле прокомментировали обвинение в перевозках угля из Северной Кореи. Оказывается, мы перевозим уголь из Северной Кореи на Сахалин,
как всегда, великие усы Дмитрия Пескова сказали нам, что мы ничего не закупаем у Северной Кореи. Тут сразу у меня возникло ряд вопросов и предложений. Вопрос первый. Неужели не хватает угля из Кузбасса и Урала? Если это так, и как мы все знаем, против нашей страны введены санкции, и мы примыкаем к тем странам, которые ввели против нас меры сдерживания, и вводим их против Северной Кореи, это парадокс. Да потому что поговорка «враг моего врага мой друг» у Путина почему-то не работает. Путин хочет примкнуть к этим странам, которые против нас ввели санкции. Ну, надо все-таки искать союзников. Пусть нам будут твердить, что да вы куда катитесь, в Северную Корею? Да как так можно? Послушайте, ну мы создали Северную Корею. Мы в 1945 году ее создали. И мы должны быть в ответе за тех, за тех, кого создали, собственно говоря. Я не против вхождения КНДР в составе Российской Федерации. А почему бы нет? Вообще, тут видел фильм, ну не фильм, а репортаж BBC, что северных корейцев привозят во Владивосток до стройки. И там они работают в положении рабов. Ох, тут, конечно, с либералистических, гуманистических позиций, ну, конечно, их надо освобождать от этого самого рабства. Но, с другой стороны, бесплатная рабочая сила, ну, не бесплатная, но дешевая, на благо нашей экономики тоже ведь хорошая вещь. Но не стоит забывать, что и действительно работают на положении рабов. То есть мы платим Ким Чен Ину деньги, а он привозит нам рабочую силу. Да, вот так вот происходит. Но все-таки санкции не должны быть введены против Северной Кореи с нашей стороны, потому что против нас ввели санкции. И надо было четко и ясно сказать Владимиру Владимировичу Путину, своим западным партнерам, что мы не ведем санкции против Северной Кореи до тех пор, пока вы не отмените санкции против нас. Все. Точка. Точку я поставил, и программа завершилась. До новых встреч. Пока.